Недавно вышел автомобиль на АвтоВАЗе, это Lada X-Ray. Давайте посмотрим, что у него в салоне находится. Так, ну руль, скажем так, вестовский, тут ничего такого особо нет, добавлены кнопки определенные, это уже, скажем так, как я уже говорил ранее, переход к современным тенденциям, больше похоже, конечно, уже на иномарочные. Панель отдает синим. Так, у нас на торпеде установлена такая вот панелька, тоже много кнопок, эти печки бросаются в глаза. Так, это у нас климат-контроль, обдув печки, коробка передач, рычаг стояночного тормоза. Так, 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 посмотрим, что у нас за сиденье. Ну, соответственно, электрические стеклоподъемники. Так, сиденье. Ну, сиденье, в принципе, обычное. Ничего такого нету. Даже удивительно. Так, фонарь, зеркала. Широкие арки, как любят теперь делать. Так, осмотрим салон, что тут у нас интересного. В отличие от Lada Vesta, X-Ray больше так похож на, ну, по внутренним его чертам на внедорожник, скорее. Такие массивные отливы. Все в темном цвете сделано. Посмотрим, что там на пассажирских сиденьях. Ну, тут у нас два сиденья пассажирских, да? Третье сиденье посередине. Сзади есть место под вещи. Салон такой интересный, конечно. Я думаю, что у Ларгуса значительно больше пространства в салоне, чем у X-Ray. Ну, X-Ray это сделано что-то вроде бы похожее на кроссовер. Ну, так сказать, внутри, да, стиль смахивает на кроссоверский особенно. А вот эти вот двери с массивными такими отливами. Ну, честно сказать, в этом X-Ray стремились к каким-то таким массивным линиям. Вот здесь вот, на самой панели, переходы резкие, тени такие получаются, контрастные, двери тоже массивные. Ну, а крыша, как в принципе, у обычной Lada, ничего такого особого. Вот такой кроссовер от Lada. В принципе, машина в своем, скажем так, классе единственная. И я не беру в расчет Нивы, которые нельзя сравнивать с кроссоверами, потому что они более внедорожные, и конструкция Нивы, она не менялась с 70-х годов и вполне себе хорошо продается в таком виде, каком она есть. Единственное, там поменяли двигатель. Так, ну что, вот такая вот Lada X-Ray. Честно сказать, немножко удивлен простоте салона. Ну, наверное, это все компенсируется за счет комфорта, потому что я вижу вот эти отливы очень хорошие для в качестве подлокотников. Что у нас тут на центральной, конечно, подлокотника нету, да? Или он сложен? Да вроде нету. Ну вот такой вот салон. Да, конечно, вот эти кнопки очень интересные.